Good, and part two. Please read the task. Circle the correct words. Good. Number one. Please read the correct sentence. Только правильное сразу читай. Хорошо? Хорошо. Okay. Cocky doesn't like wet. Wonderful. Он не любит ветеринаров, ходить к ветеринарам. А кто же любит? Vets. Repeat. Vets. Repeat. Vets. Vets. Ветеринар. Что делает ветеринар? Он лечит животных. Замечательно. Замечательно. Очень хорошая профессия. Не знаю, может быть, ты выберешь. Не знаю. Но животные, как и мы, к докторам ходить не любят. Okay, but you said doesn't. You're absolutely right. Explain why doesn't. He... Коки – это he. Это he. Если он домашний, если он дикий, то это... It. В любом случае надо ставить для хиши. It какое? Doesn't. Вот и все, ребята. Не так-то уж все сложно. Но практика у нее большая. Number two. Number two. Oh, wets don't Good. Fly planes. Fly planes. Ветеринары не летают на самолетах. Но я не знаю, почему ветеринары не летают. Но, во всяком случае, ты совершенно правильно сказала, что don't. Why? Потому что ветеринаров их много, значит, они кто? They. They. Ну, знаешь, если один ветеринар, то все равно трудно к какому-нибудь полу отнести. Согласен. Может быть, это объяснение. Good. Почему они не летают на самолетах? Надо бы, а мало ли, африканского. Помнишь, на чем добирался Айболит в Африку? Да. По-моему, на... He flew a plane. Repeat. He flew a plane. Good. Flew, то, что он летал, это прошедшее время. Okay. Fly. Flew. Flown. Flown. Good. Правильный или неправильный глагол? Regular or irregular? Irregular. Ребята, irregular. Flew. Он в прошедшем летал, спас огромное количество животных. Не побоялся. All right. Но есть и правильные. Мы говорили, что гулять – walk. Это правильный. Что значит правильный? Как вторая и третья будет? Walked. And? Walked. Good. Правило какое? Второй, третий добавляется и D. Wonderful. Пока мы не сделали ни одной ошибки. Кейти большая. Молодец. Number three. Number three. Good. We don't eat strawberries. Ну, это же совсем непонятно, потому что на летнем лагере мы все едим. Даже мы salty cucumbers. Repeat. Salty cucumbers. Большой популярностью пользуются, не знаю почему. Translate salty cucumbers. Соленые огурчики. Я их очень люблю. Так разбирают. Salty tomatoes. Salty tomatoes. Strawberries. Strawberries. Ну, strawberries у нас, честно вам скажем, ребята, попадаются только в magic drink. В magic drink оттуда можно вытащить что в стаканчике? Там какие-нибудь яблоки. Ну, yes. Strawberries. Strawberries. Ага. Black currant. Black currant. Can you translate black currant? Black currant – это черная смородина. Lemon. Lemon. Можете вытащить lemon оттуда. Ну, даже иногда такие экзотические вещи попадаются, знаете. Ну, например... peach, repeat, peach, персики попадаются, или apricots.
Apricots. Окей, good. И даже один раз кизил попался, я даже не знаю, как его перевести на английский кизил. Но кому попадает это, он загадывает что? Желание. Желание. Мы смотрим, через год сбылось или нет. Thank you very much. То есть нам некоторые предложения здесь непонятно, но это, наверное, для грамматики. На самом деле все они едят. Number four. Number four. She doesn't Good. wear Oh, jeans. excellent. Number five. Five. You don't read comics. Ah, you don't. Ты не читаешь. Ты большой молодец. Ну, почему, ребят, я прошу вас не очень увлекаться комиксами, играми, приложениями. Это съест столько времени вашего. Пожалуйста, пожалуйста, занимайтесь спортом, и если можно, читайте книги. Играйте на play the piano, please. Read the books, play tennis, go riding a bike, ну и так далее. И еще проекты. Я обожаю, когда ребята приносят проекты. На летнем лагере много-много проектов. Good number six. Number six. Good. The door don't А open. первая ошибка. Ой. До это точно есть в ней душа или нет? В до. Точно нет. В двери никакой. It. Это однозначно it. Поэтому the door. The door Good. doesn't open with this key. Не открывается этим ключом. Doesn't open with this key. Окей. Ну ничего. Одна или даже две допускаются. Next, please. Seven. Окей. He doesn't play computer Good again. games. Опять его могу поздравить. Ну, можно поиграть, но уж, пожалуйста, не заигрывайтесь. И опять же, говорю вам, и зрение, и время потеряете. Окей. А этот пошел по спортивному пути. Eight. Eight. Наверное, I don't Good. watch TV In the evening. In the in evening. Good. Телевизор. Repeat, couch potato. couch potato. Это кто? А тот, кто сидит и жует все время этот телек. Окей, okay, couch potato. Good. Thank you. Couch – это кушетка. А potato – это chips. Repeat, chips. Chips. Chips, French fries. French fry. Good. Вот это у нас все относится. All right. Thank you.